Всем привет, Днепр на связи, 3 июля, 15:45. Думаю, быстренько запишу видео, пока свет есть, через 15 минут отключат, в лучшем случае до 8, в худшем до 23:00. В общем, что, друзья, у нас новая тревога, вновь ракетная опасность. Перед этим была еще одна тревога, у нас в области были разведывательные беспилотники, а ракеты были пуски, но полетели в сторону Полтавы и Полтавской области. Сообщалось, что ракеты крылатые. Жители Полтавы слышали взрывы. Вроде как прилеты есть, но вне города, в области. Сейчас люди наблюдают черный дым. Так что еще? К сожалению, увеличилось количество погибших вследствие удара сегодня по городу Днепр. Уже 5 человек погибло. И 41 ранен. Среди них много людей в тяжелом состоянии. Они в больнице. Много людей с осколочными ранениями. Ну, сегодня очень много видео. Там записывали какие-то молодые люди секонд-хенды, как они выбегали. Есть люди, кто с маршрутки выходили, в которую попали обломки. Бежали в переход. Тоже там все взрывалось над головой. Ой, друзья, просто кошмар. Что еще? Прокомментировали ситуацию по Кривому Рогу. Вилкул сначала сказал, что не было, все за городом. Потом сказал, что то, что вы слышали, ничего не снимаете, не фотографируете. А потом сказал уже свое слово глава областной военной администрации Сергей Лысак. Указал на то, что в Кривом Роге наносились удары по критической инфраструктуре без погибших и без пострадавших. А Вилкул, кстати, сказал, что да, все, что слышали, слышали, ничего не снимаете, все нормально. Вот такой вот комментарий от Вилкула. В общем, друзья, такой день. Фу, еще и жара просто кошмарная. Не знаю сколько, на солнце градусов 55, в тени порядка 40. Яички люди продают. Попало. Так что, друзья, берегите себя, своих близких. Будет возможность, буду выходить на связь. Это, конечно, без света это делать очень тяжело. Фу. Конечно, кадры после сегодняшних взрывов кошмарные. То, что я наблюдал, как люди, блин, бежали, кричали. Фу, жах. Берегите себя. Всем пока.